большой чемодан называется так проект. Мы путешествуем по странам. Я хотела сказать, что вам не хватает чемодана такого старинного, ну, да? Эффект такой, чтобы постаренный. Почему? Ну что стиль такой у вас. А, как вы сказал. Нет, а почему бы чемодан взял, поднял на стол, положил, все, вот тебе, оп, стиль. Да, да, вот про это, да? Вася, какой-то трындец, это какой-то сюр. Любовь загружена, я еду простужена, а лето, как сон прочтет, он не падил вино. Мы путешествуем по странам, ищем известные песни местные. Местные, правда? Да, учим их, и поем, чтобы заработать на ужин. Вот. Ну, знаете, когда кто-то с акцентом поет, надо знакомиться песней. Не были, хотим поехать, поэтому сейчас внимание. Много не заработаете там. Почему? Ты пробовал? Давай. Ну? Лёнь, белорусский рубль уже не тот. Ну, ты пробовал. Ну, мы в Питере, мы выступали на улице на Садовой. А в Беларуси мы там жили, конечно, пробовали зарабатывать. А в Питере мы зарабатывали на улице. Каждый, пожалуйста, вспомните, какая самая известная песня на белорусском языке. Okay. Только не говорите. Вспомнили? Mm-hmm. Вспомнили? Нет. Пожалуйста, Лёнь, да? Только не скажешь. Кать. Каждый вспомнил, да? Да. Припев теперь вспомнили? Припев. И на счет три поем, окей? Только смотрите, стойте. Давайте смотрим в камеру все. Пожалуйста. Сейчас, пожалуйста. Припев. Ребята, если я спою, я думаю... Я просто все куплет вспомнил, все а припев будет. Нет. Сейчас, только секунду, припев. Секунду. А как это куплет вспомнил, а припев нет, вот Вася? Я пел в хоре эту песню. Сейчас. А, Кать, ты понимаешь, о чем идет речь? Да, я понимаю, но мы разных песен. Я сейчас раз, да, ну, все, да? Ребята, давайте, на счет три. Ты готов, Лёнь? Угу. Готов? Все. Итак, раз, два, три. Итак, раз, два, три. Тяче вода в ярок. Водачка тоненька, вода холодненька, а я молоденька. Судя по всему, Катя хочет, чтобы сейчас был последний вопрос, поэтому у вас же канал в YouTube есть. Вы сами туда видео загружаете, да? И мы, и не мы. И какие-то неизвестные люди. Мы загружаем, и еще люди загружают. Потому что там много всяких интервью, вот это как бы... Как сделать так, чтобы наше интервью там вдруг оказалось? Поэтому нужно связаться, может быть, с нашим менеджером. То есть еще не факт, что попадет? Конечно. Свадебный танец должен быть таким! Удивите своих родителей! Давайте да просто на как помолчим. Так, просто помолчим и молча вот так вот покажем. Вот так. Покажем. Ссылка? Да, здесь ссылка будет. Ссылка. Кать, ну молча договорились. Ссылка. Ну, никто не поймет, что это ссылка. Мы просто сидим. А по губам будет понятно. Ссылка, пацаны. Ссылка здесь. И что делаем? И ссылка чуть уходит. Хорошего концерта сегодня. Спасибо. Отлично, ребята. Идем на концерт Айова в Уфе. Спасибо большое. Спасибо. До встречи. Спасибо. Вот, нравится мне, что вы 5 все даете. Пятюня. Счастливо. Спасибо, ребят. Спасибо большое вам.